Ну, конечно, то, что вы здесь видите, это не баскетбол, однозначно. Но и сказать, что это бесполезное проведение времени, тоже сказать не могу. 60 минут непрерывной ходьбы с мячом без двух ног, ну, для меня это, конечно, результат. Плюс, конечно, километраж порядка 5-7 километров. Плюс нагрузка. Но главная задача, которую я ставил перед собой и постепенно ее решаю с успехом, это ходьба без палки. Стучая мячом на пол, я создаю психологическую иллюзию опоры. И это мне позволяет вспомнить забытые рефлексы, полноценно использовать возможности моих протезов, ну и ходить без двух ног, без палки, без опоры, с мячом. Ну, я считаю, это очень-очень хорошо. Хороший результат освоения новой системы протезов. Вот, собственно, и задача этой тренировки, а не имитация баскетбола, финтов и всем подобное. Это так, баловство. Ну, а вам, как зрителям, спасибо за понимание и поддержку.